Постой-ка. В чем дело? Повернись. Что это? Домашнее задание. Какое задание? Жертвоприношение. Эй, это пистолет. Прошу тебя, скажи, что это не так. Это пистолет. Что ты затеял? Что ты? К черному ходу. Эй, не валяй дурака! Дуй к черному ходу. Шансы каждого из нас на выживание близки к нулю. Что ты делаешь? Шуми! Боже. Дай бумажник. Рэймонд Хессел, Беннинг, дом 300, квартира А. Тесная квартирка на цокольном этаже. Откуда для таких говенок квартирок используют буквы, а не цифры. Рэймонд, ты сейчас умрешь. Нет! Это твоя мать и отец. Им придется обратиться к стоматологу насчет данных о твоих зубах. Ведь у тебя не будет лица. Что ты делаешь? Уйми! Студенческий билет у тебя не продлен. Что ты изучал, Рэймонд? Всякое. Всякое? Как сдавал экзамены? Что ты изучал? Биологию изучал. Зачем? Я не знаю. Кем ты хотел стать, Рэймонд Хессел? Я тебя спросил, Рэймонд, кем ты хотел стать потом? Ответь ему, скорей! Ветеринаром! Животные! Да, животные! И все такое, ясно, ты должен хорошо учиться. На это время нужно. Лучше умереть? Нет. Лучше умереть, Боже, нет. Стоя на коленях тут, на грязной помойке. Нет, нет. Я, пожалуйста. Твои права останутся у меня. Я знаю твой адрес. Если за 6 недель ты не выучишься на ветеринара, ты умрешь. Беги домой. Беги, Форест, беги! Слушай, мне худо. Представь, каково ему. Да брось, это не смешно. За каким хреном надо это делать? Завтрашний день будет самым дивным в его жизни. Завтрак покажется ему вкуснее любых деликатесов.